Для нас большая честь участвовать в презентации книг нашего наставника шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. Книга «Тафсир Хилал», которая является фундаментальным трудом нашего наставника. И в то же время вторая книга называется «Счастливая семья». Почему? Потому что каждое общество состоит из семьи. В этой книге наш наставник раскрывает всесторонние проблемы семьи и их пути решения. На самом деле, если посмотреть вот первые страницы этой книги, шейх приводит аят из Корана, который раскрывает признаки счастливой семьи. Если посмотреть на этот аят, то признаки счастливой семьи – это являются три признака. Первый признак счастливой семьи является, что Всевышний Аллах из вас создал ваших жен. Для чего? Для того, чтобы найти успокоение. Успокоение – это имеется в виду духовное, моральное, телесное успокоение. То есть муж и жена друг друга успокаивают духовно, телесно, материально. Второй признак счастливой семьи – Всевышний Аллах наделил между мужем и женой любовь. И третий признак счастливой семьи – Всевышний Аллах наделил между мужем и женой взаимомилосердие. Вот наш наставник в этой книге раскрывает очень много особенностей счастливой семьи. Поэтому для русскоязычных читателей нашего наставника шейха Мухаммад Садыка очень хороший момент для ознакомления с этой книгой. Естественно, «Тафсир Хилал» тоже является фундаментальным трудом всемирного нашего наставника шейха Мухаммад Садыка, который является очень хорошим толкованием среди современных толкований. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.